Конкурс среди девушек КСНЭ прошел в городском центре культуры ОНЕР. Организовали эту программу сотрудники отдела культуры совместно с ГЦК. Участницы конкурса – студентка ЕИТИ Толкун Мухамеджанова, воспитатели 9-го яслисада Инкар Ахмед и Айнур Бегайдарова, ученицы 2-го, 18-го, 26-го и Майкаинской средней школы Азия Тулегенова Зарина Кабдуахметова, Аягоз Наурызбай, Аяулым Каскатаева, студентка ЕКНЭУ Земфира Габдулина, учащаяся Экибастузского гуманитарного технического колледжа Мадина Тусупова. Традиционно в первом туре состоялось знакомство с представителями прекрасной половины человечества. Менің де бар үлестерім бұл өнерге, жүрмін ғой ғылымның алғы шебінде, жайқылып күргілінде, білеймін самрук би ансамблінде. Во втором туре конкурсантки представили свои таланты. Кто-то исполнил песню, а кто-то поразил присутствующих красивым танцем. Показать традиции казахского народа, продефилировать по сцене в оригинальных нарядах. Эти и другие этапы конкурса девушки проходили без препятствий. Но конкурс есть конкурс, и здесь определяются сильнейшие. Третье место завоевала Инкар Ахмед, второе – Аягоз Наурызбай. Первое заняла Зарина Кабдуахметова. Гран-при конкурса КСН заняла Мадина Тусупова, которая представляла ЭГТК. Всем участницам были вручены дипломы, денежные призы и билеты на международную выставку «Экспо-2017».